Там даже улицы назывались именами цветов. Улица Колокольчикова, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А сам город назывался Цветочным городом. Он стоял на берегу ручья. Этот ручей коротышки называли Огурцовой рекой, потому что по берегам ручья росло много огурцов. Коротышки были не одинаковые. Одни из них назывались малыши, а другие малышки. Некоторые малыши очень гордились тем, что они малыши, и совсем не хотели дружить с малышками. А малышки гордились тем, что они малышки, и тоже не хотели дружить с малышами. Если какая-нибудь малышка встречала на улице малыша, то, заметив его издали, сейчас переходил на другую сторону улицы. Хорошо дело, потому что среди малышей попадались те, которые не могли спокойно пройти мимо малышки. Обязательно скажут, что что-то обидное, даже толкнут, или еще хуже, дернут зад. Некоторые читатели сразу скажут, что все это, наверное, выдумки, что в жизни таких малышей не бывает. Но ведь никто не говорит, что они в жизни бывают. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. В сказочном цветочном городе бывает все. Наступает время маленьких человечков и больших дел в прекрасном цветочном городе. Слышите? Это абсолютно правдивая история про дружбу и мечту. И вот время этой замечательной истории настало. Нарисованные люди очень весело живут. Он немного невезучий, озорной и смелый путь. Все его чему-то учат и знакою зовут. Он не знает ничего, как ребенок не восход, и зачем нам.
Предлагаю вместе всем покупать.
ровесник. Тру-лю-лю и тру-ля-ля, скачут горы и поля. Здесь не безобразие, здесь будет фантазия. Фантазии, фантазии, а там уж китази. Удивляются друзья, бездонная фантазия. Удивляются друзья, бездонная фантазия. Кошмар! Не знаю, какой же ты легкомысленный. Если на собрание коротышек цветочного города попрошу считать открытым. Все знают, как я люблю читать книжки. Не то, что некоторым. Подумаешь! Я прочитал интереснейшие книги о далеких странах, о разных путешествиях и удивительных местах. Думал 3 дня, 3 ночи и придумал. Мы все вместе сделаем воздушный шар и отправимся на нем в большие просторы всего мира. Ура! Ура! Я знал, что моя идея вам понравится. Чтобы волны бурно вернулись вспять, надо ваш научный век все на свете знать. Чтоб не лить напрасно слез и не ведать бед, надо на любой вопрос точно ответ. Открой нам мир природы, откроем мы завесу. Посредством приобщения к научному прогрессу. Чтобы случае чего в панику не впасть, надо всем до одного заниматься власть. Чтобы волны горный век повернулись пять, надо наш научный век все на свете знать. Открой нам природы, откроем мы завесу. Посредством приобщения к научному прогрессу. Сейчас, коротышки, мы займемся творчеством, и в этом нам поможет наш художник Тюбик. Прошу всех присаживаться. Thank you.
воздушном шаре земля кажется величиной в пирог. Нет, это неправда. Земля очень большая. И сколько ни поднимайся на воздушном шаре, она будет еще больше, так как сверху открывается более широкий вид. Скажите, а это правда, то, что облака очень твердые, и вам приходится во время полета рубить их топором? Тоже неправда, облака мягкие, потому что сделаны из тумана, и их вообще ни к чему рубить топором. А иногда они исчезают или рассеиваются из-за смены направления воздуха. Скажите, а это правда, что воздушный шар надувают паром? Конечно, нет. Воздушный шар наполняет горячим воздухом, и он взлетает. А если нужно совсем снизу или совсем сесть, нужно даже за клапан. Горячий воздух выйдет, а аппарат снизится. Скажите, а это правда то, что воздушный шар может лететь вверх ногами? Кто же вам наговорил таких глупостей? Держи крепче. Очень важно, чтобы узел стал крепким. Держу, держу, ты тоже поддерживай. Крепче затягивай, крепче. Лопнет шар, вот сейчас лопнет. Шар лёт, его свободно можно поднять одной рукой. Шар-то лёт, но, по-моему, он не полетит. Как же он полетит? Если бы он мог летать, то взвивался кверху. А так он все-таки висит на ветке. Значит, он все-таки тяжелый. Шар-то легкий, но все-таки тяжелый. Как же он полетит? Спасите! Помогите! Не знаю, ты ну что ты наделал? Я нечаянно. Пилюльки! Пилюльки! Эй, ледуница, пилюльки! Он, кажется, сам же не знает, но заболел. Заболел? Да, заболел. Ему нужна помощь. Что ты, пилюльки? Нужно собрать лекарственные травы, фиалку, крапиву заварить и добавить мед, пить по одной столовой ложке. Как не стыдно человеку чуть-чуть побежать в аптеку, да и прими хоть 100 пилюль, все равно здоровья нуль. Зато матушке природы, маме полно своих даров, прими и сам валяй годы, и горы рыбы, и небо всходы, и ты практически здоров, и ты практически здоров.
общественному мнению. Когда человек болен, надо его лечить. Кто болен? Кого лечить? Тебя! А сейчас ставим градус. 43! 43! Английский язык. И говоришь, эх. Ищи
Молодец! Спасся от этой зверюги! Да какой же это зверюга? Это же только мой пес! Он просто еще глупый, вы уж простите его! Какой же ты хороший, столько дел добрых совершил! От собаки нас спас, это раз! Позаботился о нас, это два! Друга Пульку стал защищать, оправдывать не отказался от него, это три! Чудеса в лошаде! Три хороших дела и все подряд! Вот ни чуточки не удивлюсь, если сегодня волшебников встречу! А мы, есть волшебницы, ничуть не смеюсь. Ты совершил три хороших поступка. И теперь можешь просить у нас все, что угодно. Ну, например, что тебе больше нравится? Сапоги-скороходы или ковер-самолет? А может быть, тебе нужна шапка-невидимка? А волшебная палочка у вас есть? Отчего же нет? И волшебная палочка есть. Вот, пожалуйста. А она настоящая? Можешь не сомневаться, самое что ни на есть настоящее. Если ты не будешь совершать плохих поступков, то волшебная палочка сможет исполнить три твоих желания. Стоит только взмахнуть палочкой и пожелать что-нибудь. Но запомни, как только ты совершишь три плохих поступка, то палочка потеряет свою волшебную силу. Давай, пожалуй, что-нибудь. Хочу, чтобы булька мороженое мне принес. Булька, ко мне! Получилось! На, булька, ешь! Ну вот, первое желание исполнилось. Еще два. Я тут, кажется, Синеглазу изначально обидел. Хочу, чтобы она меня простила. Прекрасное желание. Друзей нельзя обижать. Ой, Синеглазка, смотри, волшебная палочка. Да мы теперь сможем летать на воздушном шаре, и все узнают, что я не прав. Незнайка, Незнайка, ты должен помнить, у тебя осталось еще одно желание. Не соверши три плохих поступка, а то не заметишь, как волшебная палочка станет обыкновенной. Вот теперь-то я все смогу, теперь-то я все знаю.
сейчас настало время нашего долгожданного путешествия, чтобы познать мир и открыть что-нибудь интересное для себя и обрести новых друзей. Не знаю, как у тебя же осталось еще одно желание. Хочу, чтобы мы всегда были вместе, дружили и никогда не ссорились. Жизнь приготовит большие задачи, если мы будем верить в успех. Нас непременно настигнет удача. Каждое утро смотри в небеса. Чтобы Новый год нам принес только самое светлое и лучшее.